Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Баллада Бастера Скраггса. События разворачиваются на Диком Западе, в маленьких захолустных городках, среди бескрайних американских прерий и высокогорных равнин. В этом суровом мире, ведь каждый сам за себя, царит один закон – выживает сильнейший. Рождество. История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской вечеринки в Нью-Йорке. Ангел А. 28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок оплаты, он понимает, что шансов расплатиться нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которое прыгает в сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем. Она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом, почему эта восхитительная девушка так старается ради него? Семьянин 2000 года. Что бы вы предпочли, быть президентом крупной инвестиционной компании, жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели Феррари и при этом оставаться холостяком, или работать продавцом автопокрышек у Большого Эда, покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене? Не спешите с ответом, ведь недаром судьба в виде обдолбанного чернокожего Деда Мороза преподносит Джеку шанс попробовать оба варианта. И поверьте, несмотря на обилие комичных ситуаций, которые теперь являются неотъемлемой частью его жизни, Джеку предстоит непростой выбор.
Дома. Два падших ангела, Локи и Бартлби, обреченные вечно торчать в штате Висконсин, узнали, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь воспользоваться ошибочной церковной католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором. Каждый, прошедший через освященную арку в соборе Нью-Джерси, получает отпущение грехов. Проходя через нее, Локи и Бартлби получат прощение. Далее им надо стать смертными, умереть и возвратиться в рай. Есть только одно «но». Если это произойдет, то исчезнет все сущее на земле, включая род людской. Помешать этому может только пра-пра-пра-пра-племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой помогают 13-й апостол Руфус и два смертных пророка, одного из которых играет сам режиссер, а второго – его друг Джейсон Мьюз. К ним присоединяется уже давно живущая на земле муза по имени Серендипити, подрабатывающая стриптизершей. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!